По народу прошел слух, что ты замыслил новый грандиозный проект. Да, это действительно так. Это группа Young Guns. Я бы хотел бы назвать их имена, но они вот решили, чтобы эти имена были инкогниты, поэтому они назовут своими так, как они хотят себя называть. Джефф Фелла. Ники Ганс. Ян Роуз. Снейк. Почему название английское? Это сленг. Оно не имеет какого-то прямого значения. Вот. А, как бы, ну, посмотрите кино «Ян Ганс 2», может, вам понятно станет сразу. А те, кто не может посмотреть кино? Ну, я думаю, вы можете посмотреть. Пускай приходит на концерт. Кто самый великий продюсер в нашей стране? Наверное, я. Какая самая великая передача в нашей стране? «50 на 50».